Саня, а вот если в Каражал поехать, то где можно остановиться? Это вот снаружи эта гостиница. Наурыз. Наурыз. Машина. Вот эта улица зеленая. Называлась. Вот туда на вокзал ездили. А это, насколько я помню, контора ГРП была двухэтажная. Так что, в принципе, есть где хорошо, можно нормально остановиться, нормальные условия проживания и пару дней побыть в Каражале, ни от кого не зависеть. Да? Наверное, так это очень здорово. Можно посоветовать бывшим каражальцам, спокойно можете приехать и в гостинице остановиться. Это не реклама, это просто такая рекомендация. Это уже проверено. Нормально все функционирует. Спасибо тебе, Санек.